Блин, жесть. Тут надо мне будет потом деревья фигарить. Ой, ёбану. Ну, развлекайтесь, что я могу сказать. Не, тут, походу, еще все хуже, чем я думал. Там вообще абзац. Ты посмотри на это. Вот это капец. Жесть какая-то. Это лютая жесть. Не, ну тут я хотя бы знаю, что могу пробраться, но в фронт-базе там это проблема. Потихоньку, полегоньку пробьемся. Что, они что здесь все что ли собрались? Я думаю, что в основном было спокойно, я понял. Они просто в одном месте все собрались и меня ждали. Издеваются надо мной неявно.
краям дронбазы я все зачистил. Ну слушай, дронбазы то что реально делать-то? Ой, блин. В воркшопе ховер-то я найти могу. Но я боюсь, на него я все истрачу. У меня замены не будет истребителю. Я так рисковать не могу. Вот в чем проблема. Она банально простая. Гадал. Сюда. Ладно, поиск в секретах, пойдем читерным путем, как всегда. Так, это уничтожаем, ликвидируем. Так, это мы забрали все. Ой, тут что, один секрет всего был? А, воу. Вроде же больше было. Ты серьезно? Блядь. То есть такая охрана. Ой, блин. Толку, мягко сказать, и нету. Ну ладно. Запомним. Чего? Банда Бэтмай. Дрон Бейс. Так, здесь у нас что? Север. Так, а если с этой стороны подходить к той хрени? Нет, судя по всему, там реально у нее есть щиты. А где мне взять боевой ховер? Боевой ховер. Нет, я сейчас не одолею никак. Мне можно вот сюда попробовать смотаться. Там ресивер. Япон лапа, господи, одно-то хуже другого. Так, дефенс. Хватит дефенс. Дефенс. Хватит. Ладно, полетим налево. Пока я вот сюда. Без вариантов, друзья. В принципе, у меня еще остались 110. Маловато. Надо бы где-нибудь
тысяч. А зато почти за полчаса освободилось. Правильно, половину пушек снесли. Так, стоп. 14 километров я упал. Ёлки-палки, вот моталки. Так, стоять. Кстати говоря, надо темкаться. Видимость просто ужасная. Да, фонари, конечно, немного сейчас не в тему. Ладно, долечу, друзья, вернусь. Но пока мы не можем взять дронбазу вообще никак. Долетел до маркера. Как раз проверил все свои ховеры. Блин, там тоже ховер все мои боевые. Там, блин, ну некрасиво на них получится воевать. Надо подумать как-нибудь. Может, что-нибудь сварганю, хотя вряд ли это получится. Так, что за хедкватерс? Давай-ка заценим сие чудо. Ну так, ракет вроде нету. Уже хорошо. Бы, блин, в это верить. А ракеты-то там есть. Кстати, они в ужасно большом количестве, так что нормально. Так, ладно, сейчас щиты подвосстановим, попробуем найти тогда где ракетницы, здесь их сбить. Хоть эту хренотень-то я смогу одолеть, надеюсь. Так, вроде одну, нет, не сбил. Что странно, как-то они летят. Так, там еще какая-то хрень стоит, вижу. Я понял. Хитрые гады какие, смотри. Не, ребят, вы мне здесь лесом не нужны. Мне нужно увидеть ракету. Увидеть ракету вижу. Класс.
матрешки, что ж такое-то? Вообще нигде жизнь не дают. Да. Какого? Уйди от меня прочь. Слышь, пошла вон. Думаю, где я летела. Так. Хучиты подрегенились. Повезло. Ух, елы-палы. Не сильно косует. Нет, это вот мне нравится. Прекрасно. Так, ладно, у меня кончился весь пентоксид. Опять. Так, заполняем. Тогда давай обустройство. Теперь мне с этим пентоксидом-то делать. Ладно, пошли потихонечку зачищать. Себе удовольствие сейчас будет. Надо увидеть эту ракетницу и ее шипить. Ага, вижу. Так, погоди. С одной стороны, то есть, и со второй есть. Я все понял. Там еще ракеты есть. Вот как они спрятаны. То есть, хитро. Энергии-то для щитов нема, прелестно. Сколько мне с собой пентоксида брать? 1000? 2? Издеваетесь, что ли, надо мной, корень? Это уже вообще, блин, никуда не годится. Как он там наделал? 56 как бы мало. Хотя ладно. По идее, на что-то дохватит. Так, погнали. Что там такое стоит-то интересное, а? Открой свой секретик, подлюка. Теперь вопрос номер два. Кстати, у меня проблема в другом, что там слишком много народу. Я не уничтожил ракету, да ладно тебе. Ой, ракетницу вроде уничтожил. Вопрос можно нескромный, а что это у меня? Тяга верхняя была отключена. А, когда П нажимал, наверное, немножко ошибся. Ну ладно. Так, полетели, попробуем еще раз.
пока не обойтись, да? Все, одна ракетница была, я улыбала. Одна всего ракетница, прикинь. Я уж не знаю, что хуже и где. Садимся. Не отступаем. Там-то реально отступаем. Так, ну у меня есть одно. Идея. Да что ж ты каждый раз в разные-то ложишь, достал уже. Один не можешь ложить, а? Друг. Давай-ка пробежимся. Ох, ёлы-палы. Как я с той хренью-то буду справляться? Это серьезная заявка. Погоди, я около... Нет, я не около севера. Как бы не так далеко от севера. Где? Так много, что ж капец какой-то. Ну, ну, где вы тут, сранцы? Еп! Что, еще хотите узнать, почему у меня количество хп так увеличено? Чё это было сейчас? Погоди, а ты чё, мех так хреначит? Не, это мех походу так стреляет. Это реально походу мех стреляет. Ядрить налево, нифига себе, сказал я себе. Или нет? Ну, лазерщик-то это понятно. Взрыва меха я не слышал. Удар в голову выдержал. Это прикол такой или как?
Кто бы вас всех достали уже? Нет, это ракетчики. Погоди, а как это ракетчики? Командор, что ли, какой-то был? Я знаю, что здесь есть специальные командоры. А, так это живой. Блин. Не надоело? Точно там горишь, а? Или там встретил космическую полицию, которая тебе в задницу дубинку засунула. Их там вытаскиваешь по одной. Ну ладно, извиняюсь. Юмор довольно-таки туповатый, но ладно. Так, кожаный зуб. Лечим. Так, что это такое? У меня было очень много геморроя, но очень интересное построение. Слушай, то есть за щитком турели. То есть если я с этой стороны, ну хотя если с четырех сторон такое поставить, это было бы интересно. Вот зараза. Обожаю эти турельки. Умеет шороху навести просто на ура. Так, сразу этот жрём. Вот эту аптечку. Еще одну. Надо будет искать еще одну водную планету. Так, ну здесь по мне никто не стрелял, как бы это странно, блин, не звучало. Вот, блин. Сейчас тут еще ракетчики какие-то сраные. Я вот их не вижу. Один и...
помощью дрона. Ай, чё тут только я смотрю нету. Чё? О, блин, у меня ещё сломанная нога. Понятно, чё мне так стамина просела. Стоп, а где здесь был ход? Так, давай-ка мы здесь все поизучаем. Здесь два входа получим. О, нет, слушай, а чё? О, вот это